Помните песенку про мамонтенка? Маму ищут не только мамонтета, но и котята. Вот и я тоже ищу. Не кошачью маму, конечно, я ведь уже взрослая и все умею делать сама, а человеческую. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Дорогая мама, если ты вдруг сейчас меня видишь, я хочу рассказать тебе свою историю. С недавних пор я живу в этом подъезде. Добрые люди поставили мне здесь лоток, кресло, чтобы спать, и даже мисочки мне вынесли. Сейчас здесь, конечно, не холодно. К счастью, осень в этом году у нас теплая. Но такая жизнь даже для взрослых кошек сулит много опасностей. Что уж говорить о ребенке. Иногда жители дома выводят на улицу больших собак. Они облаивают меня, хотя я, конечно, это ничем не заслужила. В такие моменты мне становится очень страшно. Вдруг такой большой зверь меня покусает. Еще я немного боюсь некоторых людей. Не всех, конечно. Многие меня кормят и гладят по спинке, а некоторые смотрят как-то по-злому, как будто вот-вот выгонят. А если выгонят, то боюсь, дорогая моя мамочка, не встретиться нам с тобой никогда. А я этой встречи очень жду. Каждый день стараюсь быть все лучше и лучше. Уже научилась ходить в лоточек, аккуратно кушать свою еду и тщательно умываться. Еще я обязательно совсем не буду тебе надоедать. За все время жизни здесь я поняла, что не всем дело есть для таких котят. Нет, конечно, я буду только счастлива, если ты меня будешь сильно-сильно любить и крепко-крепко обнимать. Я тебя тоже буду, обещаю. А если ты не смотришь на меня сейчас, моя мамочка, пусть твои хорошие друзья обязательно тебе обо мне расскажут. Ведь так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети.